15 августа с 8 до 14 часов в Республиканском наркологическом диспансере состоится День открытых дверей. В этот день консультативный прием по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ, лечения и реабилитации больных с различными видами зависимости будут осуществлять врачи-психиатры-наркологи, специалисты по социальной работе, социальные работники во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях диспансера в городе Чебоксары, Новочебоксарск и Шумерля. В нашем городе обратиться к специалистам можно будет по адресу улица Коммунистическая, дом 27, телефон 73-29-16. Все обратившиеся получат возможность конфиденциальной квалифицированной информационной помощи.